Здравствуйте, я Оксана Николаева, мне 21 год, и я участница конкурса «Мисс Новочебоксарск-2016». Решила принять в нем участие за возможность показать себя и свои возможности. А это активный образ жизни, постоянное обучение и саморазвитие. По жизни иду с улыбкой и песней, а музыку к ней я играю сама. Я музыкальный педагог и участница новочебоксарской кавер-группы «Глянец». Ну а всем участницам конкурса хочу пожелать больше побед по жизни. Здравствуйте! В студии Оксана Николаева. По данным Гизметео, 20 февраля нас ожидает ясная погода. Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Температура воздуха ночью -8, -10. Днем -2, -6. На дорогах местами гололедица. Где же скрывается формула успеха? Где ее найти? Ответ очевиден – Новонет. Подключи пакет услуг «Скоростной интернет» и «Цифровое телевидение» всего за 399 рублей в месяц. Нужен Wi-Fi роутер? Мы дадим его вам. Подробности акции на сайте nktv.info и по телефону 76 400. Новонет – нет повода для сомнений. Включайся!